Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Trady, и сегодня мы с вами станем самыми быстрыми в этой игре. Это у нас игра под названием Run Star Simulator, и в прошлом видео, ребят, я прошел вот эту полностью первую локацию. Давайте я вам сейчас покажу, как я здесь быстро финиширую. И вот так берем просто за миллисекунды, ребят. Давайте посмотрим на наш результат. Смотрите, за 0-0-0 я просто беру и финиширую, ребят. Это просто жесть. Но у нас следующая локация, ребята, есть, и поэтому давайте мы перейдем в нее. Вот так вот выглядит следующая локация, ребят. Тут я думал дождаться обновления нового, но так я не дождался, ребята, и поэтому вам сейчас покажу свои результаты. Здесь у нас уже боссы намного жестче, и мы с вами в прошлом видео всего лишь занимали 4-е вроде бы, или 5-е место, ребят, самое последнее. Но сейчас, ребят, смотрите, у меня самые последние питомцы. Они дают мне 98 иксов, кстати, самый крутой, ребят. И сегодня мы с вами еще повыбиваем, ну, постараемся выбить самого редкого, ребят, вот этого Кэрота. Не знаю, получится или нет. Конечно же, сейчас задонатим себе удачу, ребят, и попробуем получить самых крутых питомцев. Хочешь получить робоксы, но не знаешь где? Тогда переходи на сайт RBXCam. Здесь вы можете приобрести робоксы по очень вкусной цене. А еще у вас есть возможность выиграть их бесплатно, если вы поучаствуете в конкурсе в группе ВКонтакте или же на Discord сервере. Конечно же, туда вступайте. Обязательно переходите именно по моей ссылке в закрепленном комментарии и остерегайтесь мошенников. Ну, смотрите, ребят, я получил самые последние вот такие вот у меня розовенькие. Это ботиночки найковские, ребята. И здесь вот я на последнем, ребята, прокачивал себе скорость по 376 тысяч. Это, конечно, ребята, мощно, но все равно достаточно долго, ребят, я прокачивал себе почти 9 миллиардов. И давайте я вам сейчас покажу, насколько быстро я стал. Давайте я сейчас вот так вот авторейс нажимаю, и смотрите, я уже занимал первое место. Меня обгоняет этот кактус, это как будто спайк из Бравл Старса, и я все равно, ребят, видите, да, финиширую первее, чем он, ребят. Смотрите, ровно за 2 секунды мы с вами финишируем и получаем 3 миллиона. Это, конечно, ребят, еще с автокликером. Давайте попробуем. Вот сейчас я автокликер убрал. С автокликером, скорее, без автокликера, точнее, я займу, да, ребят, второе место. Если автокликать, то я, конечно же, займу первое место, ребят. Поэтому, видите, смотрите, он 2.01, а я за 2 ровно финиширую, ребят. Давайте сейчас еще раз вам покажу. Сейчас вот подрубил я автокликер. Подрубил автокликер. Давайте смотрим, и бам, до свидания, ребят. Видите, да, вообще чуть-чуть ему не хватает, и я все равно его... О, видите, смотрите, 1.99 уже, ребят. Ну, это, конечно, солидный результат, и мне интересно, ребята, сейчас, сегодня получить вот последнего питомца, ребят. Поэтому давайте мы с вами вот так вот удачу сейчас себе сдонатим, ребят. Первая удача. И, наверное, мы с вами сейчас будем донатить следующую удачу. Так, следующая удача у нас 299. И экстра удача, ребят. Я даже не знаю, сколько она там у нас стоит. Давайте мы сейчас с вами посмотрим. Хватит ли у меня рубаксов? Да, ребят, смотрите. Я задонатил все свои рубаксы. У меня остается там 700 рубаксов всего лишь. Давайте вот так проверим. Так, ну, в принципе, у нас должны они быть экипированы. Так, и, наверное, трипл открытие нам надо, ребят. Давайте сейчас трипл открытие тоже донатим. И посмотрим, выпадет ли нам вот этот самый редкий питомец, ребят. Я, конечно, хочу его получить. Поэтому давайте вот этих мы с вами уберем. И я думаю, мы начинаем открывать, ребята. Вот, кстати, по 3 штуки у нас сейчас будет открываться. Ну-ка, да. Ну, это автоделит, ребят. Автоудаление у нас сразу пойдет. Так, открываем дальше. И снова, ребята, эти. Ну, это самые, получается, часто выпадаемые. 73, ну, эпик, ребят, эпик, в принципе, нам тоже не очень нужен. Можно, кстати, эпик оставить, ребят, можно эпик оставить. Давайте-ка мы эпик оставим, вот уже 2 эпика, ребята, я профукал. Ну, ничего, давайте смотреть дальше. Вот, теперь у нас эпик не удалился, это хорошо. Давайте смотреть дальше, ну-ка, давай. Еще эпик, ну, смотри-ка. Эй, инвентарь заполненный. Эй, в смысле? А я же оранжи убрал. Почему они у меня... О-о-о, супер оранж какой-то, ребят. Ничего себе, прикольно. Какой-то супер оранж, ребят, у меня сейчас есть. Ну-ка, вот так, бам. Экипируем самых лучших. Ничего себе, вот это да, ребят, смотрите-ка. 131 буста, жесть. Так, ну оранжи нам больше не нужны, ребят. Давайте мы сейчас так доделаем. Еще закрафтим. Вот, все, теперь у меня, ребята, 2 гиганта есть.
Вот такой вот гигант. Хотя это Хьюги, ребят, смотрите. Но они, походу, еще и дальше могут увеличиваться. Окей. Давайте мы сейчас вот так вот сделаем. Вот так вот. Вот, все, погнали. Надеюсь, они будут автоудаляться, потому что что-то они у меня не удалялись, ребят, почему-то. Эй, ну почему они у меня все равно не удаляются, ребят? Странно, почему? Это у нас рарочки. Ну-ка, давайте посмотрим. Реально рарки, смотрите, ребят, появляются. Что за фигня? Почему так, ребят? Я не понимаю. Я вроде бы выбрал, чтобы они удалялись, но они не удаляются. Ладно, будем тогда их тоже сейчас улучшать. Была бы кнопочка сразу автоулучшение, было бы прикольно. Вот два эпика, ребят. Ну, сейчас я чувствую, мы с вами прям супер круто сможем развиться. И вот эти питомцы, которые мы сейчас получим, они нам помогут в дальнейшем в новых обновлениях, ребят, супер классно развиваться. Поэтому, оп, все, ребята, давайте. Нету кнопочки, видите, смотрите, супер улучшение. Поэтому вот таким вот образом сейчас будем усиляться, улучшаться. Я не понимаю, почему у меня питомцы все-таки не удаляются автоматически, ребят. Хотя я кнопочку нажал. Ну ладно, давайте так, оп. Не, ребят, все-таки максимальный уровень. И вот так вот, смотрите, оранж дает 101 и клементайн этот дает 131, ребят. Ну-ка, может быть, сейчас будет удаляться? Нет, не удаляются, ребят, я не знаю почему. Ну, смотрите, у нас остается 150 миллионов. И нас интересует, ребята, все-таки 2% питомец. Я не понимаю, почему он нам до сих пор еще не выпал. Хотя у меня уже, ребята, есть вся удача абсолютно. Неужели он такой редкий, ребят? Да что, серьезно? А у меня удача, интересно, вообще засчиталась или нет? Может, перезайти надо? Я, ребят, перезашел, и давайте сейчас посмотрим. Может быть, сейчас будет удаляться? Смотрите, кстати, мега удача у меня, типа, есть. Ну, окей, погнали. А, у меня инвентарь снова заполнен, ребята. Да сколько можно? У меня все питомцы большие будут, ребят. Был бы трейд, я бы сейчас их кому-нибудь отдал, этих питомцев. А так как пока трейда нет, ребята, к сожалению, я не могу это сделать. Давай. Ну, клементайн. А, мне нужен еще клементайн. Ну, окей, все, погнали открывать. Надеюсь, нам выпадет хотя бы 1-2%, ребят. Просто посмотреть на него характеристики. Может быть, он не такой уж и крутой, но просто посмотреть. Мне кажется, в любом случае у меня вот эти три питомца, первые два будут круче, улучшенные, чем просто обычный вот этот Кэрот, ребят. Ну, давайте посмотрим. 96 все-таки у меня остается миллионов и... Да что ж такое, это опять все заполнено, ребят. Ну-ка, давайте клементайнов мы вот так вот усиляем и... Так, клементайн, 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 клементайн. Вот, нет, ребят, клементайнов мне не хватает. Ну ладно, давай вот так буду мульти удалять, ребят, потому что мне они уже не нужны. Они мне просто заполняют инвентарь, и поэтому, ребята, я от них буду вот таким вот образом избавляться. Аврора, все удаляем, абсолютно все. Можно, кстати, себе увеличить рюкзак, ребят. Давайте посмотрим, насколько он у нас увеличится. Бам, вот так вот. А, на, ровно в два раза. Во, кстати, класс, надо было сразу это делать. Ну, let's go дальше, ребят, смотреть, что же мне выпадет. Ну, короче, у нас сейчас будут, походу, одни клементайны вот эти, ребят. Ну, о-о-о-о. Я его выбил, ребята. Ну-ка, давайте смотрим. 86 иксов, ребят. Ну, знаете, я вам скажу слабенько. Я вам скажу слабенько, ребят. Потому что, ну, я так и думал. Во, кстати, большого мы с вами сделали. И давайте дальше открывать. Надо, короче, тогда хотя бы сделать биг. Ну, не Хьюга, а хотя бы биг, ребят. Надеюсь, нам выпадает сейчас на ну, с 60 миллионов побед, ребята, как можно больше этих легендарок. Ну, выглядит прикольно. И именно выпадает, да, ребят, эпично. А по характеристикам не сильно-то он и крутой. Ну, остается у нас, смотрите, 33 миллиона, и это не так много открытий, ребята. Так что, мне кажется, все-таки, ну ладно, хотя бы одного мы с вами получили. И... Я думаю, этого будет вполне достаточно. Сейчас посмотрим, поскольку я буду прокачиваться, ребят. И я думаю, мы сейчас с вами все-таки сделаем еще одного клементайна. Ну-ка, давай вот так вот сейчас еще. Оп, раз откроем. И два, ребят, откроем, потому что на три... О, эпик. А что это у нас без анимации, без ничего? Что-то у меня сломалось все, ребят, смотрите. Что происходит? У меня питомцы сломались, смотрите. Я сломал игру, ребят. Что происходит? Непонятно. Так, ладно, давайте сейчас посмотрим. Давай, 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 вот так, все, хватит. Так, а почему он не нажимается-то? Ну-ка, давайте-ка еще раз. И не открывается, что происходит? Ладно, ребят, давайте мы с вами будем клементайнов вот так вот усилять. Так, у меня биг есть, кстати, биг, вот, все.
Нет, это максимальный уровень. Так, экипировать. Вот все, ребят, смотрите. 131x у меня, ребята. Самые крутые питомцы. Ну, грубо говоря, на сегодняшний момент, не учитывая вот этого Кэрота, ребят. Легендарку. Легендарку, конечно, сложно получить. Но давайте посмотрим, поскольку я сейчас буду прокачиваться. Ну-ка. О, по 590 тысяч, ребята. Я качался по 300 с чем-то. Почти в два раза я усилился, ребят. Это жестко. Ну, смотрите, ребят. Перерождение я сделал максимальное количество. Тут у нас надо ждать дальше обновления. Получается, я, ребята, прокачал себе столько скорости, чтобы победить самого последнего босса. Давайте еще разочек сейчас мы с ним пробежимся, чтобы я вам показал, что действительно я его обгоняю. Вот так в самом конце, бам. И просто мы его перегоняем с легкостью. Ну, слушайте, питомцы, конечно, крутые у нас сейчас. И я думаю, они нам дадут какой-то определенный буст в следующем обновлении, ребят. Ну, я буду ждать обновления следующего. Что-то долго вообще обновляют игру, ребят. И надеюсь, что будет что-нибудь интересное. Поэтому, ребята, всем большое спасибо за просмотр. Я буду ждать следующего обновления. Всем, ребят, пока-пока.